так вот решил посетить, тут пока ремонт, вход центральный закрыт. Оплатил 10 злотых взрослый, детский 5 злотых стоит. И сейчас мы пойдем, наверное, на самый верх. Вот я буду подниматься. Такой вот вход. Люди идут потихонечку. Вот ступеньки. Интересно, куда я пошел? Дорожка. Вот. Окошечки. Вот так вот она идет. Идет, идет. Винтовая лестница. Ладно, как я более-менее подымусь, дальше покажу. О, какая-то тут дверь. Идем дальше. Вторая дверь закрытая. Так, поднимаюсь уже. Больше 2 минут. И говорит, я еще половину не прошел. Тут окна закрыты. Хотел бы посмотреть, что же там. Мы так и идем. Деньги. Так. Так, вот я зашел. Тут надо перестраивать. Такой вот куполный. Там еще выше подниматься нужно. Пойдем. А пока идем, покажу, что за Видокова. От слава. Все записано. Чтобы не коверкать польский язык, можете сами прочитать. Вот. Вот смотровая панорама. Вот, можно смотреть. Вроцлав. Это вот этот один край. Вон там вот как раз вот эта вот башня. Сквер, как там называется. Ой, красота. Внизу люди гуляют. Вот, сейчас пройдем дальше. Тут вот этот край. Река течет. Вот она. Там как бы новые районы. В ту сторону. Сейчас не видно. Вот. Тут тоже старый город. Вот. Здесь вот, если смотреть, вот он. Старый. Сейчас посмотрим. Я тут мало знаю, но покажу что-нибудь. Вот я шел, вот как раз та церковь Святого Миколая улица. Там площадь Яна Павла Другего. Ехал я с того края, там с конца города, где я проживаю. Вот домики. Это как бы центр. Там дальше уже новостройки. Вот. Если смотреть, мы как раз шли тут. А вот по периметру как раз река течет. Она и там каналами идет, и тут. То есть как на острове вот здесь по центру. Да. Во Вроцлаве 126 мостов, так что в принципе все так с этим и связано. Отсюда солнце отсвечивает, из-за этого я этот край как бы особенно не показываю. Я это вижу глазами. У меня не айфон. Там вон костюм. Вон русская речь. Вот эта площадь красивая внизу, рыночная. Сейчас на нее пойдем погуляем. Там вот дома. В принципе, все так. Ну, вид сверху он меня не впечатляет, именно новые здания. Коммуникация, инженерия. А, вот она высота, на которую мы поднялись. И вот отсюда смотрели. Вот как раз уже все, я спустился. Вот этот смотровой пункт, там вот, и мы там находились, снимали. Сейчас идем на рыночную площадь. Вот. По Святому Миколаю все, идешь, идешь, идешь прямо. Вот. Тут вот экскурсии, тут вот всякие выставки, дома, домик интересный, узкий такой. Вообще, вон дворы к реке выходят.
пойдем погуляем тут по площади. Крыша, смотреть интересней. Вот. И здание. Что-то никак не сфокусируется. Так, о, сфокусировалось. Выйдем, посмотрим. Там какой-то цвет. Интересный, что там. Какое-то типа дерево. Сиреневое. Лавки. Магазины. Вот оно. Вот здание. Идем, потом я еще нажму. Так, ну и чуть-чуть я прошел, метров 100. И думаю, вот вид открывается великолепный. И мы можем посмотреть на это сооружение. Вот. Как говорится. Солнце. И вот оно. Сооружение это как раз с этого ракурса. Вроде солнце хорошо, с другой стороны отсвечивает. Типа парк. Вот такое здание. Сейчас пойдем там посмотрим. Здесь цветы. Впереди 14 февраля. Девушки гуляют. А, я думал, что-нибудь красиво. Да это просто закрытое. Так, ну сейчас подумаем, куда идти. Это вот такой ракурс, выставка, это Гдыня. Ну, другой город. Здесь как бы вот видно панорамный такой ракурс города. Вот, интересно, кому. Гдыня. Почему-то вопросы про Гдыню рассказывают. Вот. Может быть, сейчас какого-то этого города. Вот. Тут я про Вроцлав и про всех известных личностей, которые Дрогода Можа называется. Ну да, там наверное, выставка на определенную тематику, этапы. Вот. Морская тематика, она синего такого цвет. Как-то солнце все отсвечивает. А вот это Гдыня, Гдыня. Вот, матросы, моряки. Вот. Ракурс какого-то старого. Фотографии. Вот, давайте снаружи посмотрим. Снаружи немножко там другая, по-моему, тематика была. Ну, тоже, кстати, про Гдыню. А здесь немножечко. Ну да, такая вот мапа. Вот карта, кстати, Речи Посполитой. Интересно, что так посмотреть. Вот. Там Румыния, Украина, Россия, Литва, Пруссия Всходняя, немцы, море Балтийское. Это 1900.